Дорогие друзья, приветствуем вас из солнечного города Куртанапа. Остается буквально 2 недельки, и дочь пойдет в школу. А это значит, что пора. Пора ее до последнего тянули одевать к школе. Ты не хочешь в школу? А что, тебе лето понравилось? А помнишь, в прошлом году ты говорила, так хочу школу, так скучаю, в этом году уже все повзрослело. Я еще хотела школу сейчас, но сейчас, когда осталось очень мало дней до школы, я хочу обратно лето. Ну ладно, все равно нам надо одеваться. Пойдем примерять разные красивые вещи. Да. Модная школа находится по адресу улица Ленина, дом 154. Приходите, ребятки, будем рады вам. Поднимаемся мы на второй этаж. Ну что, в этом году снова у нас встреча. Привет, привет, моя дорогая. Как ты выросла, как ты изменилась. Я очень рада тебя опять снова видеть. И наряжать тебя для меня, конечно, будет сейчас очень большое удовольствие, потому что очень люблю девочек наряжать. Начинаем модный показ с Дашей Азаровской в главной роли. И приглашаем Дашу на первый выход. Давай, выходи. Наше преображение в школьном виде. С Дашей первый образ такой. Брюки палаццо черные. Почему брюки черные палаццо? Потому что они удобные. Да, Даша? Они у нас на резиночке. Они классные. Они юбку не ношу. Вот. Еще почему Даша юбку не носит? Сказала, не хочу юбку, хочу только брюки, да? А брючки у нас палаццо удобные на резиночке, очень мягкая посадка, резинка очень мягкая, и одновременно же шнурочек есть, поэтому и кармашки есть, спрятать телефончик вдруг или еще что-то. Они очень мягкой посадки, очень удобные, длинные, широкие. На любой возраст, с 1 класса до 11 класса, до 48 взрослого размера у нас есть такие брючки в черном-синем цвете. Даже выбор черный цвет в школе можно черный. Ну и, конечно же, свободную какую-то блузку, короткий рукав. Это у нас круглогодичное использование, потому что у нас в Анапе жарко, в классах жарко. Поэтому наш фаворит, хит продаж, я могу сказать, это блузка, которая очень свободная, комфортная, прямая, рукав до локтя, и сзади такая дланочка, и такой защип, скажем так, сделан, да, для какого-то такого просто на спине объема. Очень мило смотрится в этой простоте и милоте, удобство и комфорт точно обеспечен. Блузка очень хорошая, 72% хлопка, как всегда, все дышащее, ноское, прекрасно стирается, не желтеет, не сереет ткань. Доверие к блузкам нашим у девочек очень большое от мам. А еще я хочу сказать, что, да, Даша очень выросла за этот год. И мы, когда встретились вот сегодня, я прям Дашу не узнала. Она прям очень взрослая. И очень такая уже спокойная и выдержанная, серьезная девушка. Блузы у нас на девочек от 1600 до 2300, в зависимости от размера. Детские, взрослые, подростковые размеры. Блузы все до 52 размера. Брючки у нас палаццо стоят в среднем 2700. Тоже разные размеры. С 30 по 48 взрослый. Любую девушку оденем в такие модные брюки. Но еще есть выбор других брюк, я потом покажу. Второй образ у нас на примерочке. Дашуля, выходи. Одной блузки, конечно же, очень мало на весь учебный год. Ну что с ней делать? И тем более еще будет скучно в одной блузке ходить. Поэтому второй вариант у нас блузки. Очень такой нежный, оригинальный, с такими объемными рукавами. Тоже очень просторная, широкая, еще шире, чем предыдущая. Даша уже хочется, я смотрю, куда-то бежать, да, Даша? Ну, то есть в этой блузке настолько не стесняющие движения, что можно даже активно двигаться. И Даша сейчас непроизвольно даже это показала. Сзади спиночка очень просторная, широкая. Для нашей анапской жары эта блузка, конечно, весь сентябрь. Ну и вообще круглый год будет отлично носиться. Это тоже такой хит продаж. У нас такая блузочка. Всем девчонкам рекомендую. Ну и, конечно, хочу сказать, что любые фигурки для нас не проблема. Когда к нам приходят и говорят, ой, я ничего не могла найти на своего или там на свою, то в нашем магазине мы одеваем всех очень хорошо и очень красиво. Приходите, да, Даша? Зазываем всех, да? Третий образ с Дашулечкой. Дашуля, выходи.
Все так же наши любимые брюки остаются, но мы сегодня еще можем анонсировать новинку в нашем магазине. Это поло для девочек. Всегда были только для мальчиков, но в этом году у нас поло есть короткий, 3/4 и длинный рукав. 3 вида поло для девчонок. Тоже 100% катон, эластан, все, больше ничего нет. Очень плотный трикотаж, хэбэбеечка под воротничком, что, конечно, не деформирует при носке эту посадку воротничка. Высококачественное поло. Укороченный жилет у нас по акции 350 рублей всего. И я предлагаю Даше просто этот жилет за 350 рублей, который дешевле даже галстука, носить просто как какой-то акцент, добавляющий немножко, Даша, тебе даже стройность какой-то добавляет, так визуально. Он так вот собирает фигурку и с пола очень хорошо смотрится. Ну и с любой блузкой тоже будет очень хорошо. Тебе самой, Даша, нравится? Да? Но поло очень удобно, практично. Я тоже очень люблю короткие или 3/4 рука, потому что когда Даша будет работать за партой, длинный рукав вот здесь вот немножко мешает. А вот такой рукав будет само то. Но мы еще короткий тоже померим. Как мы и сказали до этого, полукороткий рукав есть у нас еще вариант. И мы сейчас одели, заправив брючки. Даше нравится застегнутый жилет. И я предложила вариант поло заправить тоже, как способ ношения, да, на выпуск или под заправку. Но вот застегнутым жилетом в заправленном виде очень хорошо смотрится. И хочу показать поло длинный рукав и посмотрите, разные размеры, не только на Дашу, не только большие взрослые, но и на 122 рост. Есть поло в трех видах. Еще один образ. У нас теперь брючки палаццо трикотажные. Очень мягкий, комфортный трикотаж, очень сильно тянется. Плотный трикотаж, темно-серый, также с карманами. Пояс внутри с резиночкой, с утяжкой, тоже очень хорошо, удобно регулировать по полноте. Брючки эти тоже есть с 3/4 на рост 134 по 48 взрослый размер на рост 176. И это вариант, конечно, зимний. Те палаццо более легкие, ткань, а это более зимний вариант. Раз Даша не любит юбочки носить, ну, должны быть брюки хотя бы, да, с каким-то выбором на разную теплоту режима, осень или это зима. Те брюки, которые в том году выбрали, она носила весь год, не снимая, поэтому хотя бы двое брюк должно быть, да, Даша? А теперь сама вот расскажи, почему мы эту блузку с тобой выбрали, почему? Ага, и только из-за этого? Да, потому что это я на уроке. А, Даша, она грустит на уроке. Зачем? Давай выберем вот эту третью кошку на этот год, чтобы ты всегда была веселая на уроке. Потому что от хорошего настроения будут зависеть твои результаты и оценки. Вот этот лучше, он давай этот. Ну. Давай, давай, в этом году мы переходим с грустного кота на веселого кота, да? Эта рубашка. Даша, да, мама сказала, что она носила ее круглый год, вообще не снимая. Потому что выбор рубашек есть, но она в нее так влюблена была, что я говорю, давай в этом году что, любим? Мы пойдем выбирать, она говорит, пойдем. Так что у нас еще есть очень любимые, скажем так, да, образы из модной школы, которые не хочется менять. Стоит все то же самое. Блузочки 1600, 1700, 1800, 2000. Цена очень хорошая, очень достойная для такого качества. Плюс мы еще сейчас выбрали такой вязаный жилет на второй слой. Ну, брюки у нас, понятно, зимний вариант, да, такой, палаццо более плотный. Конечно, у нас придет зима. Все-таки она есть в Анапе, какая-никакая, как ее там не назови, но она зима все-таки есть. Какая бы она ни была, но все равно у нас холодает. И, конечно же, под такой утепляющий образ на осень, на зиму нам, я думаю, очень сильно, да, Дашуль, пригодится такой жилетик. Тут 50% хлопка, очень хорошо носится, но самое главное, что он очень хорошо стирается в стиральной машине. Я, как мама, говорю школьнице, которая в таком жилете вот с осени до весны ходит весь год, не снимая. И в нем не сильно жарко в помещении, потому что шерсти нет, только хлопок. Носится красиво, модно, стильно, потому что это такой подростковый, прям такой стильный образ. И тоже эти жилеты есть маленького размера, с роста 122 и до 170. То есть на любую школьницу, даже маленькую первоклассницу, можно вот так же стильно образ подобрать. Теплый, уютный, комфортный. Блузок много не бывает. Мы тут выбирали и что-то решили еще с Дашей одну блузку выбрать. Но она ей очень понравилась. Почему, Даша, тебе нравится? Она скажи. Она сама выбирала. Мы тут выбирали вообще-то. Ту не захотела, а эту захотела. Говорит, нравится. Что ты тут увидела? Она говорит, мне нравятся карманы. Ну, говори, не стесняйся. Что ты туда будешь ложить? Ты же мне все рассказала. Примерочку Настя.
шоколадку для подружки Наси. Представляете, какая заботушка это Даша у нас. Я говорю, ты так любишь шоколад? Она говорит, нет, я не ем шоколад, а я Насе, подружке буду носить. Папа весело смеется сейчас за кадром. Видно, что-то слукавила Даша. Шоколадки все-таки любишь? Нет. Вообще не ест. Нет, это для Насти все, да? Я не очень шоколад люблю. Все, у нас карманы для шоколадки для Насти. Да, Даша? Все, не приставайте к нам. Спущенное плечо у блузки, такая более удлиненная. Ну, тоже, да, удобная, мягкая, комфортная, с эластаном. В общем, длинный рукав мы не хотим носить. Мы будем носить три варианта короткого рукава, одна три четверти и два пола, да, Даш? Угу. На этом останавливаемся с пола и блузками. Угу. Пойдем что-то другое мерить. Но кроме школьной одежды, для школы еще нужно, конечно же, что-то для физкультуры, потому что уроки физкультуры у нас по расписанию будут. И у нас была задача с Дашей подобрать шортики, удобные, комфортные, потому что у нас с сентября по май очень жарко, и на улице, и в спортзале потом зимой. Шортики у нас на резиночке и одновременно на утяжечке. Даша тут завязала вот шнурочек, тут удобный шнурочек, внутри прячется. Все, и резиночка, и шнурок хорошо обеспечивает посадку и комфорт. Шортики такие свободные до колена, с кармашками даже. Не знаю, для чего они на физкультуре, но для удобства тоже есть. И даже очень хорошо смотрятся с обычной одеждой, даже можно их не в школу. Мы решили, что Даша может даже вот так летом их использовать. Также для физкультуры у нас есть велосипедки для девочек, разные размеры. И футболочки черные и белые с материала Merrill. Я его называю волшебный материал, который прекрасно носится, и у него высокая гигроскопичность, способность впитывать влагу и отдавать ее в воздух. То есть, когда ребенок на физкультуре сильно, если вспотел, то футболочка на нем будет быстро сухая, в отличие от ХБ-ткани. Это специально разработанный материал. Плюс, конечно, отшив высококачественный, потому что производство это находится в Москве, шьет одежду спортивную даже для профессиональных спортсменов, для сборной. По синхронному плаванию они шьют костюмы. Представляете, какой результат вообще качества на этих футболках? Я не знаю, я всегда вот так тяну, вот сколько есть силы. Ни один шов никогда не лопнет. Но сейчас могу даже предложить Юре, конечно, потянуть. Вот, может, у него получится. Но у меня за 10 лет работы с этими футболками ни разу не получилось порвать. Ну и отзывы наших родителей, конечно же, тоже говорят об этом же. За этими футболками приходят, даже бывает специально. И даже мамы себе покупать, потому что ткань настолько прохладная в нашу летнюю жару. И белую базовую футболку или черную можно носить с шортами, с джинсами, просто повседневной жизни. Размеры есть все, и взрослые тоже, до 50-го размера. Так что обратите внимание, мамы, тоже на этот прекрасный состав. Общий обзор по магазину. Мы начнем, конечно же, с наших блуз для девочек. Здесь 13 метров развески блуз. 30 размера на рост 122 и до 52 взрослого размера. Блузы в большом выборе всегда. Короткий, длинный рукав, 3 четверти на любую фигурку. Здесь у нас брюки изобилия, царство брюк. Тоже до 52 взрослого размера. И модные брюки карго тоже появились в этом году. И модные брюки палаццо, вот карго с большими объемными карманами. На девочек есть в сером, черном и синем цвете. Это для очень смелых девчонок. Плюс такие широкие, еще одна модель палаццо. Вот с такими объемными, с большими посадками. Так как палаццо очень модный, выбор палаццо тоже должен быть. Здесь у нас платья все по акции по 1000 рублей. Серые и черные в основном. То есть тоже очень выгодно, можно подобрать какое-то платье. Здесь у нас сарафаны. Сарафаны по акции, между прочим, у нас много сарафанов здесь по 550 рублей. Обозначение на вешалках. Где видите зеленую цену 550 рублей, значит, это изделие 550 рублей. Также жилеты есть по 350 рублей, как мы сегодня на Даше показали. Вот есть еще и в сером цвете, и в синем цвете. Такие модели, еще другие. То есть удобно, выгодно собрать ребенка в школе можно у нас всегда, не только модно и стильно.
Здесь еще есть у нас тоже стойка акций. Здесь у нас костюмы теплые, утепленные со скидкой 30%. Здесь какая-то одежда у нас. Можно на каждый день тоже подобрать с хорошими скидочками. Синий цвет для наших отдыхающих, для наших гостей тоже всегда очень актуальный. Поэтому в нашей Анапе не так много используется синего. Но для гостей Анапы синий цвет очень актуальный. Поэтому здесь юбочки, сарафаны, платья, жилеты. Тоже что-то есть и по акции, со скидочками. Тоже сарафанчик синий, 550 рублей, пожалуйста. То есть на этой стойке можно подобрать девчонкам, кто форму носит в синем цвете, что-то интересное, разнообразное и выгодное. Поло для мальчиков, конечно же, тоже очень любимая одежда. Так же, как на Даше мы мерили сегодня поло для девочек, также есть и для мальчиков. Основные базовые цвета, конечно, это белый и голубой. Но также есть и антрацит, такие модные, стильные, просто для жизни. У нас тут, конечно же, наша любимая физкультура, волшебные футболочки, шорты, велосипедочки. Все, что мы сейчас на Даше показали. И еще мы показывали на Даше серый жилетик. Есть еще и синий для тех, у кого форма синяя. Стильные брючки подобрать со стильным жилетом синего цвета тоже легко и очень просто. Для мальчиков у нас, конечно же, есть три цвета базовых. Это синий, серый и черный по брючкам. Брюки до 60 размера. В этом году мы еще увеличили полноты для отшива. Это 60 размер. Поэтому взрослые парни, особенно сейчас, во второй половине августа, приходят одеваться к нам, и мы подбираем с одного раза вот до 60 размера любому парню нужные брючки. Рубашечки у нас тоже до 43 ворота. Большие, объемные, разной полноты. Есть первая, вторая, третья полнота. Очень объемные, широкие. Тоже мы не боимся, если к нам приходят такие взрослые парни больших размеров. В нашем магазине это не детский магазин, это магазин одежды. Поэтому здесь мы учитываем то, что у нас тоже старшеклассники есть. Взрослые парни, которым тоже нужна хорошая, качественная одежда. Поэтому до 43 ворота, до роста 188 у нас есть и рубашки, и брючки. И, конечно же, в трех цветах. Новиночки, хочу обратить внимание, в этом году у нас есть такие очень удобные трикотажные, плотный трикотаж брючки. Есть серый, синий, черный с таким более объемным верхом посадки по бедрам. Сейчас парни тоже выбирают, я вам хочу сказать, тоже палаццо, тоже объемные такие брючки. Вот, например, трикотажные брючки в черном цвете. И посмотрите здесь, что есть. У парней тоже есть брюки палаццо. И те, кто любят пощеголять, быть сильно ультрамодными, тоже выбирают такие палаццо. У нас даже для мальчишек есть такая красота и такая модная, скажем так, тенденция, когда их еще поносить, как не в каком-то таком среднем школьном возрасте, когда подросткам хочется везде быть модными. Поэтому приходите, у нас разнообразие всегда есть, выбор всегда всех размеров есть. Ленина 154Б, Анапа. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера. Приглашаем всех, Дашуля. Че, довольные, счастливые? Уходим с магазина, да, Даш? Ты сама счастлива? Тебе все нравится? Все образы, которые мы мерили, можно сказать, у нас все теперь в этих двух пакетах замечательных. А еще Даша мне сказала, что она любит рисовать. И вот у нас есть такие волшебные картонки. Я ей даю целую кучу для ее творчества. Пусть она рисует. И через год опять снова приходит ко мне. Будем наряжаться не хуже, чем в этом году. А на счастье закружилась голова. Да, Даша? Ты довольна? Да. А это самое главное. Это такое счастье видеть, это удовольствие. Пока там девочки прощаются, ребятки, я еще раз вам говорю, огромная к вам всем просьба. Пишите комментарии, если вы здесь одевались, что выбрали себе в этом году, как это изменилось. Дожду я тебя, не переживай. Ну, а я, как всегда, счастливый, довольный. Дашуню одели, купили то, что она хотела. Это самое главное, чтобы ей было комфортно и классно. Друзья, всех крепко обнял и увидимся в следующем видео. Если смотрите ВКонтакте, поделитесь со своими друзьями. Может быть, они в Анапе и не знают, где хорошую одежду могли бы себе купить. А тут и парковка классная, и местечко прям шикарнейшее. Всем пока-пока.